Всем привет, это Оксана из Алабамы, добро пожаловать на наш многогранный канал, самый многогранный канал о жизни в Америке. И сегодня у нас в гостях калифорнийская пара Сергей и Марина, добро пожаловать в студию. Привет, Оксана. Привет. Как будет говорить? Привет, Алабама. Привет всем твоим зрителям. Мы из Калифорнии, у нас есть канал «Наша жизнь в Америке», не лайк, не лайк. Сейчас я расскажу подписчикам, почему я вас пригласила дать интервью. Потому что на Инстаграме, когда люди follow мою страничку, я поставила смешную фотографию. Вот, я не знаю, видят ли подписчики. Тут, значит, я держу как будто бы гипсокартон. Но на самом деле мы его там не устанавливали. И мы просто мазали, я так встала в позицию. Мне надо было просто его шлифовать. И смешной комментарий как раз пришел от Сергея с Мариной. Сейчас вам его зачитаю. «Оксана, держи потолок, пока я обои не приклеил!» — крикнул Серега и добавил: «А то отвалится этот гипсокартон нафиг!» В общем, этот анекдот нам действительно поднял настроение, как и многие комментарии на канале, когда люди с чувством юмора пишут что-то веселое. Поэтому в студии... Чем еще интересна эта пара? У них так же, как, значит, у них получается, как у меня муж Сергей и у Мариночки муж Сергей. И у них разница, и оба бородатые уже, да, бородачи, да. И разница в возрасте 15 лет. У нас с Сергеем тоже 15 лет разница в возрасте. И у них тоже, это тоже многодетная семья. Вот, то есть у меня 3 мальчика, а у них, расскажите о своих детях. У нас мальчик, девочка и мальчик. 2 сыночка и лапочка дочка. А какого возраста детишки? 12, 11 и 7. То есть... Старшему мальчику 12, ага. Девочке 11 и младшему 7. То есть они все родились в Белоруссии, так? Да. Да. Когда мы ехали в Америку, младшему Сашке было... Без пару месяцев, 2 года. Мы приехали в августе, а в сентябре у него было 2 года. Значит, с какого года вы здесь? 2014. Сереж, просто память. Почему я буду спрашивать иногда даты? Потому что некоторые люди могут увидеть этот видеоролик через 2-3 года. Mm. Вот, и поэтому всегда хорошо проговаривать даты. Ну, расскажите мне, пожалуйста, как вы сюда попали, по какой визе? Давай. Мы выиграли в грин-карту, грин-карта 2014. О нашем выигрыше мы узнали в 2013 году. И год у нас ушел на подготовку документов, на собеседование, и мы переехали в 2014. То есть в 2012 мы подали заявку, в 2013 выиграли, а в 2014 переехали. А почему в Калифорнию? Нет, не то, что почему не в Алабаму. Почему в Калифорнии? У вас там были знакомые или как-то там? Вот, В общем, все началось с того, что когда мы подали заявку, мы сразу начали готовиться к переезду. То есть мы не принимали ответ, что мы проиграем, ну, так скажем, не выиграем, не получим. И мы начали готовиться. Марина считала, сколько стоит еда. Я смотрел, какие штаты. Открыли ноутбук, поставили, открыли Америку. Штаты, название, и давайте по пальцам. Марине говорю: ну, куда поедем? Марина говорит: ну, давай туда. Красивое название. Открываем, значит, Википедию, начинаем читать про этот штат. Штат попадает, так называемая, есть полоса торнадо, которая проходит через всю Центральную Америку, сверху донизу. Почитали, неинтересно. Ну, страшно. Короче, давай другой. Тыкаем в другой, опять в эту полосу попадаем. Короче, мы так попадали раз 5, наверное. Потом мы решили не тыкать, а решили лучшее место, типа, в Америке, лучший штат — Калифорния. Поехали в Калифорнию. Но Калифорния очень дорогой штат. Все говорят так, и мы можем так тоже говорить, а можем и не говорить. И, в общем, тут Марина села считать, сколько будет стоить жизнь в Калифорнии, в Белоруссии, так как... Стоит вопрос, как это правильно сказать, чтобы... Ну, в общем, в Беларуси как получается? Ты месяц работаешь, из этого месяца 2/3 работаешь на еду,
и одну треть где-то там на все остальное, правильно? То есть и продукты занимают основную часть бюджета. Поэтому это было таким вопросом. Марина просчитала и увидела, что как-то, в общем, те деньги, которые мы рассчитывали бы тратить в Калифорнии или тратим в Белоруссии, то хватает на жизнь в Калифорнии. Так как мы были полные, ну, не скажешь, там, профаны или еще что-то. Ну, у нас не было друзей из Америки, какие там могли нам рассказать очень многое. То есть, а как считали... же YouTube? А как же YouTube? А как-то вот, ты знаешь, как-то YouTube прошел мимо нас. Мы начали с того, что... Ну, сейчас я вернусь к этому. Короче, мы посчитали, Марина составила такое, скажем, месячное меню, туда были включены фрукты, овощи, соки, шмоки, все то, что мы кушали и даже не кушали, и получилась сумма такая, как будто мы кушаем в Беларуси. И мы поняли, что если мы в Беларуси выжили, то там, блин, тем более на эти деньги выжили. Вот, то есть это был такой дилетантский подход, но он был, это так было, а что сделать? Вот, а потом, значит, определенным этапом оформление документов по грин-карте, надо было найти знакомых каких-то, нужен был какой-то адрес, куда получить документы. И вот тогда мы начали думать, а кто у нас такой знакомый? У нас был один парень из Нью-Йорка, но мы не хотели совсем в Нью-Йорк. Мы уже знали, что там жарко, влажно, душно, и в Нью-Йорк мы совсем не хотели. И мы начали искать такого друга. Я вспомнил, что когда я учился в техникуме, у нас в разное время, по-моему, 2 или 3 человека прямо уехали, еще не доучившись до конца. Вот. И вот так вот случайно раз и нашли моего друга, который, ну, моего по техникуму однокурсника, да, который учился со мной, мы ему написали, все, нет проблем. Я ему говорю, ты нас только встреть, ты нам только дай адрес, и все, нам типа не надо ни помощь, там ни поддержка какая-то, что-то туда-сюда. Вот. Ну, то есть объяснили ему, чтобы он не переживал, что вдруг нас надо будет взять на содержание, да, потому что нам было важно просто поехать. И все, и то есть мы захотели в Калифорнию, он оказался на нашу удачу в Калифорнии, и вот мы в Калифорнии. А почему... в каком городе, скажите, пожалуйста, нашим? Город Торренс. Это южная часть Лос-Анджелеса, то есть если брать Лос-Анджелес, Даунтаун и побережье океана, то мы вот как раз находимся между Даунтауном практически на побережье, до берега 7 километров. А про YouTube, почему мы не смотрели YouTube и прочее, когда мы начали оформлять документы на грин-карту, вернее даже просто подаваться на нее, я попал на сайт компании, через которую мы подавались, и там читали, и как-то вот в YouTube мы не попали. Мы все брали, вот, скажем так, из того, что написано, из блогов таких вот, напечатанных, скажем. А интересно, вот дети, я то своих все родила в Америке, Техас, Пенсильвания, Флорида, и мне вот интересно, дети знали, что вы хотите переехать в Америку, или это было для них как гром среди ясного неба? Оксана, понимаешь, дети были маленькие. Сашку, когда мы фотографировали на документы, мы уже тогда имели карту? Нет, у нас родился Сашка, через месяц мы подали все документы на грин-карту, и рождается Сашка, и нам нужно было его добавить. И нам, у нас было так, что несколько дней буквально, мы его привезли с роддома. Надо было достать его дома, на диване, на белой простыне, сами там 3 часа фоткали, чтобы он получился... Не плачущий, не раздумывающий. Короче, мы его пытались закрепить. Это было очень сложно. Вот. И поэтому, в общем-то, у него никто не спрашивал. Да, если бы спросили, он бы, конечно, сказал да, но он не мог. Вот. А Антоша с Катариной, они маленькие были. Антоша, ну вот мы приехали, Антоше было 7, Катарине 6. Почти. Катарине было 6, а Антоше почти 7. Они представляли, что с момента, как мы начали готовиться к переезду, они понимали, что будет переезд. Ну, скажем, они еще были слишком маленькие, чтобы как-то реагировать. Хочу, не хочу, поеду, не поеду. А сейчас тогда... как они? Они, я знаю, что вы говорите дома на русский, у них русская база. Они дома говорят на русском между другом или перешли на английский? Практически перешли на английский. Они очень редко с нашего толчка, когда они общаются, мы можем... кстати сказать, говорить по-русски. Они тогда для нас поговорили по-русски,
И потом продолжили. Как только мы отвлеклись и забыли, что надо напоминать, говорите на русском, они дальше продолжают на английском. В общем, если их не дергать, то они, конечно, будут говорить на английском. А если это еще идет в запале какой-то игры там, или что-то такое вот быстро обсуждаемое, то это, конечно, сразу они переключаются на английский. Вот как сложно. Меня некоторые упрекают, что почему дети мои не говорят свободно по-русски, если русские родители. И мне кажется, я с этим столкнулась, что это проблема многих иммигрантов, особенно если там русская жена, американец, муж. Но мне кажется, они просто не хотят даже голову себе забивать нашими корнями, и это так легко потерять. Даже когда они маленькие приезжают, очень редко у кого дети говорят свободно на двух языках. Я не встречала большое количество людей, у кого это получилось сохранить. Как у вас там с этим? У нас цель изначально была, чтобы они быстрее начали говорить на английском, чтобы им было легко влиться в школу, чтобы они смогли учиться легко. И поэтому для нас была первоочередная цель, это, конечно, английский. Вот. Потом, когда они учили английский в процессе, мы не хотели их нагружать русским, понимая, чтобы не получилось. Это буква А, это А, это Б, это Б, чтобы не было вот этой каши в голове. Да-да. Вот. И потом уже, когда у них английский уже стал хорошо, стало все хорошо, мы немножко попробовали учить русский. И даже прошлым летом они немножко занимались со всякими приложениями. Но мы не ставим такой целью, чтобы... Академического уровня. Да, чтобы они чисто говорили, например, без акцента там и прочее. Вот. То есть у нас нету такой цели. Потому что у них хватает, скажем так, школы на английском языке. То есть у них есть задания, они приходят, делают домашку. Им надо позаниматься спортом, им хочется поиграть в игры. Им совсем не хочется сидеть заниматься русским, у нас та же проблема. Дело в том, что, понимаешь, не то, что им даже не хочется, мы сами не хотим их перегружать лишнего. Отсутствие время, потому что дети загружены в школе, у детей достаточно много домашнего задания, плюс, естественно, спорт, плюс, естественно, какие-то развивающие, и время это просто пролетает невероятно. Да. Мне кажется, это было, получается, у тех, кто... Я не права, пусть меня подписчики поправят. Мне кажется, это возможно, если, например, какой-то родитель, как домохозяйка какая-то, дома сидит все время и может этим постоянно заниматься, если у нее плохой английский к этому. Или, если хороший английский, она не домохозяйка, какая-нибудь мама приезжает и с ними и говорит с бабушкой, да, которая все время будет с ними заниматься, разговаривать, потому что я вижу, у меня есть знакомые подруги, у кого постоянно бабушка приедет на несколько месяцев, и дети с детства на двух языках, все прекрасно. Хотя я знаю одну женщину, которая русскоязычная, и муж американец говорит по-русски, а дети все равно не хотят говорить по-русски, родились в Америке, но у них вот это вот... То есть они знают несколько слов, но они между друг другом говорят по-английски. Оксана, у меня... Я вставлю вопрос. Давай. У меня возникает вопрос, насколько это надо. Понимаешь? Они могут помнить родину, они могут знать, что откуда, почем, какой хоккей с мячом. Ну, например, поначалу я очень волновался, и мы не знали, что как будет складываться, понимаешь, это, ты сама понимаешь, мы приехали в новую страну, все не такое, все не понимает, что как работает, куда чего движется. И наш друг, например, нас когда ориентировал там в плане работы, он всегда нам говорил, что двуязычие очень помогает в этом. И поэтому я, например, где-то был замкнут, что да, надо очень хорошо держать русский, что у них будет больше шансов устроиться на работу. А потом ты смотришь, что нужен испанский, Spanish, а не русский. В том-то и дело, понимаешь, что он у нас второй язык, это во-первых. Во-вторых, я вижу, как дети учатся, и мы видим, мы уже понимаем, где мы живем, понимаем, как что-то устроено, как что-то работает. Мы можем думать о том, куда они пойдут, и уже... Работа открывается гораздо больше, понимаешь, уже не надо зацикливаться там и ориентироваться только на русский язык. То есть с нами они могут общаться, с бабушками они могут общаться, все остальное
посмотреть русскоязычный какой-то мультик, посмотреть фильм на русском языке, они понимают, о чем речь. А, ну это хорошо. Это с этим они могут смотреть, они могут обсудить увиденное, услышанное, поэтому... А сейчас вот у нас старший в Мидовску, думая о том, какой второй язык он будет брать, естественно, мы не будем настаивать ни на каком русском, он будет брать испанский, потому что у нас это второй язык, и он нам просто необходим. Я учусь, и я понимаю, что если бы я еще помимо английского и русского знала испанский, то мне было бы гораздо легче. Ага. То есть при выборе работы, например, завтра им больше понадобится английский и испанский, чем нежели английский и русский. Согласна. А теперь давайте поговорим о вашей работе. Расскажите подписчикам, чем вы занимаетесь, что вас кормит. Холодильник. Нас кормит холодильник. Ну, жалко. О нашей работе тут все очень просто. Сразу, когда мы поехали отдохнули с другом, потому что мы заселились в гостиницу, в мотель. Вот, он уезжал через 3 дня после нашего приезда отдыхать, говорит, что вы будете торчать, поехали отдыхать. Вот, и мы поехали, нам без разницы было, где жить. У нас еще не было ни ССНов, там ничего, сама понимаешь, никаких документов. То есть мы не могли никуда идти, ничего нету. Потерялись 2 сумки, Аэрофлот потерял наши, поэтому, в общем, мы сидели нормально в гостинице. Он говорит, поехали отдыхать. Мы съездили на недельку отдохнуть в Калифорнии, в Palm Springs. Приехали, и через 3 дня я пошел на работу, я устроился на мувинг. Помог друг, он позвонил другу друга, друг дал телефон, созвонились, перезвонились, и я на следующее утро, как говорится, пошел и начал работать в мувинге. Вот. Я поясню для тех подписчиков, кто не в курсе, то есть грузчиком. То есть он пошел работать грузчиком, причем это не обо кого возьмут, ты должен быть сильным, ты должен быть большим мужиком, чтобы они не переживали, что их страховка взлетит от ваших травм. И, а сколько в Калифорнии за это платят в час? Или платят за работу у вас как? Платят там по часам. Ну, иногда бывают работы, когда определенная работа столько-то денег стоит. Но это очень редко. Обычно по часам. В общем, как ты говоришь, я пошел грузчиком. Я пошел $12 в час. Отработал я... Наверное, с полгода я где-то работал, да? До того, как стал водителем. В общем, текучка большая, людей много, и каждый хозяин, например, если он имеет 5 машин, он держит на эти 5 машин, например, 5 команд, потому что ему надо, если вдруг кто-то не вышел, кто-то заболел, кто-то ушел, не предупредил, вот этот вот круговорот. Вот, поэтому попав, короче, на эту работу, несколько недель я поработал плотненько, потом меня перестали звать. И уже потом я начал понимать, почему. Но сразу-то я не понимал, понимаешь, и вот это вот волнение, почему-то не зовут на работу. Я начал искать другой мувинг. Короче, в результате я поработал, наверное, в 3 компаниях. И за это время, да, в трех. Прошло где-то, наверное, около года или, может, 8 месяцев. И я вернулся назад в 1-ю компанию. Мне позвонил этот босс, будем его так называть. Позвонил, и, короче, звонок был потому, что ребята поразъезжались, там какие-то новогодние праздники, наверное, были или что. У него очень много ребят уехало, и в том числе водители. А у меня были документы, у меня было водительское. И он говорит, типа, давай ко мне драйвером, то есть водителем, водителем-форманом. И я тебе буду платить, там, по-моему, $15, он мне так... Не, он $17 мне пообещал, это было очень хорошо. Вот, и я вышел, и уже долго работал форман-драйвер, то есть я был и водителем, и грузчиком, и отвечал за документы. Понятно. Вот. Понятно. Такая у меня была карьера, сколько, наверное, 1.5 года. А босс был русскоязычный? Да, босс был русскоязычный, по-моему, с Казахстана. Там большая очень компания, Казахстан... Узбекистан, Украина. То есть, наверное, ты понимаешь, что я знаю, что в Калифорнии, когда не знаешь язык или нет документов, там проще найти работу, чем, например, у нас в штате. То есть в наш штат лучше приезжать, когда у тебя есть документы, ты можешь водить машину, у тебя есть машина, потому что здесь нет транспорта такого. Тут автобусы ходят каждые 2 часа. Но у нас тоже транспорта нету, да, тоже по расписанию. И, в общем-то, на работу я тоже ездил на своей машине, потому что
Ну, на автобусе это еще один рабочий день, чтобы добраться или уехать. Слушай, а сколько вы заплатили за свою первую машину? Какая это была машина? Машина была Honda Odyssey 2006 года, по-моему. Uh-huh. И заплатили мы за нее 6 тысяч. Потому что некоторые подписчики, когда планируют сюда переехать, они с удовольствием слушают такие видеоролики и берут, наматывают на ус, сколько им нужно, и все такое. Ну, вас марка машин устраивает, я знаю, что Honda хорошие машины. Ну, да, хорошие. Их, во-первых, очень много. Вот так вот, если смотреть, то там и легковые, и трачки, и вены. Ну, нам, наверное, скажем, не повезло, потому что через год мы ее меняли на новую. Угу. Так получилось, что опять же не хватило немножко где-то опыта, может быть, ее можно было оставить. Короче, у нее стала барахлить немножко коробка. Ага. Она стала как бы залипать, можно сказать, или что. То есть ты газ даешь, а передача не переключается. Вот. И еще была одна беда. Подъедалась резина. Угу. И я до этого на венах не ездил. У нас были либо легковая, либо джип. И я не видел, чтобы так съедалась резина. То есть она съедалась не так, как на джипе, как на легковой. И я подумал, что она ест резину. Я делал два развала. Это продолжалось. И уже потом я это понял, когда на новой машине поездил, съездил оборот, круг на резину, я понял, что все было хорошо. Ну, вот так вот два было момента. То есть меня напрягала коробка, меня напрягала резина. И мы в салон ее отдали и взяли новую. Сначала в лиз, потом выкупили. То есть, получается, вы только год в Америке и смогли потом взять кредит, то есть взять машину в кредит через год, без проблем. Лизинг. Первую мы взяли в лиз. Да, ну, мой друг... Нет, подожди, первую мы купили за наличку. А, ну да, Одиссей, Honda Odyssey. А потом, получается, вы не ждали там 3-5 лет, вы смогли лиз оформить через год. То есть это очень хорошо, да. Это замечательно. В общем, у нас была Honda Odyssey, и вторая тоже Honda Odyssey. Мы ее брали в лиз, но там пошел этим косайнером, то есть, как это сказать, помощником, да, или... Ну, кто... Да, слово. Да. Гарантор. Гарант. Кто дает гарантию, гарант. Да, как бы он подписался... За вас. Гарантом, да. Возможно, может быть, мы бы и без друга сделали это, но мы тогда все вместе ходили, он нас везде, как слепых котят, как говорится, говорил, куда надо ходить, и пока языка не было, конечно, он нам в этом очень сильно помогал, вот, и поэтому так получилось, не знаю, может быть, мы прошли бы уже, у нас тогда была и кредитная история, и по деньгам, вот так.